Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого. Опять пираты. Опять пираты. В этот раз я играю за Капера. Приблизительно знаешь. Это значит, что я буду в союзе с какой-то одной случайной колониальной державой. Знаю порты этого покровителя. Разграбление торговых путей дополнительно золото дает. Также каждый морской нет может использовать действие захват судна. При применении этого действия на тяжело поврежденное вражеское судно, оно захватывается в пользу державы покровителя Капера. Захват судна дает 5 очков пиратской славы и плюс 100 золота помимо обычной награды за морскую победу. Ага. Захват судна перезаряжается в течение 5 ходов. У тебя 600 золота есть. Окей. Так, и в за какую я державу? Получается, за Голландию. Видимо. Ну, вообще как-то мало. Ну, наверное, все-таки за Голландию. Да, видите, да. Потому что у Голландии, видите, нельзя захватывать эти города. Тут только пополнять. Как-то это далековато, вам не кажется, от берегов Голландии? Да, голландский каперский патент. Выдали мне его. И карту клада, ну, далековато. Я, наверное, к ней не поплыву. Я поплыву к своим городам, чтобы там пополнить как раз команду. Ну, к голландским городам, я имею в виду. Спонсоры канала, наверное, практически сразу это видео увидят. Спасибо им за поддержку, кстати. Для остальных оно со временем появится. Не сразу, не сразу. Странно, сразу ачивку какую-то получил на первый ход. Блин, вообще никого рядом нету. Это странно. Даже напасть не на кого. А, это ж... мы еще и на карте, не на случайной карте, а на карте Карибские острова. То есть тут все реально как... Да, поэтому, видимо... Фиг знает где. Картахен. То есть это, вот это побережье, я так понимаю, Южной Америки. Это вот Карибские острова, собственно... Франция объявила войну Англии. Ну, я, наверное, пока не буду этих... Мне надо к своим городам, мне кажется, доехать. Не знаю, правда, не уверен, что это правильно, но мне так кажется, что это лучше. Вообще, надо бы... Может, мне открыть где-нибудь карту Карибских островов, чтобы примерно представлять? Потому что-то я плыву, вообще ничего нету. Там вот народ дерется уже, я вижу. Идти. Да. Ну, наверное, к Кюрасао поплыву. Тут вот еще какие-то... Где-то Куба должна быть, по идее. Наверное, собственно, вот она и есть. Вот это, скорее всего, Куба. Либо... Гаити. Так, вспоминая карту приблизительно. Блин, ну я уже 5 ходов плыву и ничего не делаю абсолютно. Трындец. Никаких даже кораблей нету. Ну теперь уже даже к Сен-Мартену, наверное, ближе. Все-таки, наверное, туда поплыву. Стоит ли мне грабить? Наверное, нет. Сейчас в Сан-Хуане пополню. Высажусь, корабль, город ограбить. Блин, корабль появился. Ну, плюс 2 к перемещению морских юнитов. Неплохо. Неплохо.
Есть золото. Наверное, к Сен-Мартину поплыву, чтобы команду. Плюс один дополнительная атака заход для всех юнитов. Все юниты могут перемещаться после атаки. Ей. Но этого убьют. Так, потом Сен-Эстатиус пополним и пойдем Невис захватим. Так, а я получаю дополнительно за разграбление караванов. И, наверное, под выстрелы не стоит Невиса подставляться. О, карта. Блин, нафига я себе говорю. Сказал, под выстрелы Невиса не стоит подставляться, и подставился. В итоге. Блин, уже 115 у накопителя. Неплохо, неплохо. А, давайте мы, наверное, вот так сделаем. И обратно команду. Так, у меня сколько команды? 4 команды, зашибись. И поплывем сюда. Так, тут. Кстати, а можно узнать, а береговой отряд, он прокачивается? По-моему, нет. Я сколько не играл. Там у них даже, если ты увидишь, что он атакует город, там внизу даже полоска экспы не пополняется. Он просто там написан. Спил так. А, блин, надо было высадить прошлым ходом в Гваделупе. Тупанул. Так, я, наверное, оставлю этого чувака там. Мне кажется, я его уже никак не спасу. О, тут, кстати, 51 сила, это больно. Этот тяжеловато будет брать. Я бы, кстати, вот тут высадил одного чувака, который бы ходил и закапывал мои сокровища. Этого убьют, я еще одного высажу, пожалуй, и торговый путь разграбим. А, невозможно закапывать сокровища на чьей-то территории. Кстати, надо было посмотреть, можно ли на территории Голландии закапывать. То есть это только на нейтральной обязательно надо. Ой, подождите. А я ж могу два раза атаковать. О. Я мог раньше Барбадос захватить.
Ну. А, этот не может два раза? Жаль. Так, ну по идее этого мы все-таки спасем. Я должен тут Барбадос кораблем чисто добить. Посажу обратно. Обидно. В смысле, рядом нет корабля? Что за прикол? Блин, не могу почему-то вернуть береговой отряд. Мне пишет, рядом нет корабля, хотя у меня конкретно стоит рядом корабль. Понятия, чего ты. Подстава. Может, типа очки перемещения нужны? Не, он не ходил даже. Не, мне просто вот я... Команда? На этой вот... На этой кнопке, где типа погрузка на борт написано, рядом нет корабля, хотя корабль рядом стоит. Именно тот корабль, с которого я его высадил. Ясно. Бак. Да, это подстава. Ну, может, вы мне в комментариях объясните, конечно, что произошло, но мне кажется, это какой-то действительно баг. Так, ну, начинаем закапывать сокровища, я думаю. Это вот Южная Америка, верхняя часть континента. Соответственно, это Барбадос или Барбадос, как правильно. Разграбим караванчик, переименуем корабль. Эти есть черная жемчужина, у меня будет черные жемчужики. Странно написано. Вообще, в этом написано плюс одна дополнительная заход для всех юнитов. И все юниты могут перемещаться после атаки. Тем не менее, у берегового отряда нету дополнительной атаки. Ну, правда, перемещаться он потом может, да. Ничего не могу сказать. Ну, вот тут я могу посадить на борт обратно и пошли добудем сокровища. Так, пока хватит закапывать. Мы, наверное, сейчас я вылечусь и пойду сюда. Тут явно где-то лагерь буконьеров имеется. Команды у меня дофига, три штуки аж, то есть пополнять, можно не пополнять. Стоит ли каракас? А, клад разграблен, это пофигу. Серебряный флот поплыл. Да, наверное, к каракасу поехали. Тут нету вообще кораблей. По-моему,
они каждый ход и так на 3 лечатся, нет? Поперли. Я могу сюда? Нет, не могу. Еще клад. А, посильнее. Ну, видите, что у разных городов разная сила, и, соответственно, они... Вот Барбадос, Барбадос, было сложнее всего брать. Ой, больно. Что-то как-то больно. Давайте мы, наверное, обратно пока сядем. И я вот так. Черные сделаю. Желжики. Да. Понимаю. Ну, черная жемчужина есть, знаешь, такое? Не знаю. Черные жемчужки. Угу. Какие-то прям горы. Ну, будем обходить. Так, это у нас столкновение с жутким... Давай ты не будешь вот тут как-то, да. Мы можем разграничить зоны нашего пиратского влияния. Ну, то, что слева, там только серебряный флот, от которого я сейчас выбегаю. Ну, вверх можешь плыть. Ну, я туда и плыву. Yeah. Так. Интересно, убьет? Просто я думаю, идти мне этим отрядом, ну, выживет этот отряд или нет? Ладно, поплыву пока. Это странно, я до сих пор ни одного корабля не обнаружил. Бермудский треугольник. Кажется, этого убьют. То есть сейчас проатакует, или он все-таки будет... Не, меня. Жаль. А может и не убьют, кстати. Может и хватит хитпоинтов 33. Так, куда я дальше хочу? В Пуэрто-Кабельо, да? Ну да. Плюс один к дальности шлюпов и бригантину, плюс 5 к боевым... Ну, шлюпов и бригантин у меня нету. А вот... А, не, бригантина, да. Хаты закончились. Ладно, проатакуем. Ну, короче, я гроза побережья смотрю тут. Интересно, убьют, не убьют? Ну, живи, давай, чувак. Отлично. А вот и форт Буконьеров. Так, здесь... Блин, 53, потому что тут, видите, корабль встал. Наверное, не буду вот этим атаковать, постою в защите. Не должны убить. А нету смысла захватывать этот корабль, потому что город его уничтожит все равно. Поэтому я лучше порт буду атаковать. Блин. А, не, или хватает? Блин, чуть-чуть не хватило, видите? Ладно, тогда так сделаем. И высаживаемся обратно на корабль. И поплыли в Кюрасао, пополним команду. Ух ты. Сколько тут народу плавает. Ну, мы, наверное, вот сюда, испанские колонии, будем обрабатывать. Ну, это мухана.
Отойду, конечно, но, скорее всего, хана. Так, это что, дает золото в зависимости от боевой мощи поврежденных юнитов? Ну, мне вот это больше нравится, то, что у меня тут. Так, сейчас начну тут закапывать клады. Убили, да, убили. Ни за что, ни про что замочили. С голландцами я воевать не могу, потому что это типа мои дружбаны. Так, а чё он тут раненый, интересно? Может, всё-таки захватить этот корабль? Я бы себе его все-таки взял, чтобы вот тут плавать что-нибудь. А, это вот этот, блин, этот раненый, да. Пускай стоят, лечатся. Я ими буду тут закапывать сокровища. О! Фига себе, какой корабль сопровождает. Слушайте, я должен смочь его захватить. Блин, две звездочки, это вообще трындец. А, и он становится одной, блин, жалко. Можно все-таки пойти этот караван тогда? Ну, мне кажется, я выгляжу сильно, у меня три выстрела. Ой. Я понял. Так, но мы с Голландией повоевать можем. Так, этим надо отступить. Я бы хотел этот караванчик захватить. Блин, пигми, а что у тебя 60 очков всего? Ты вообще ничего не делаешь. Да мне на кого нападать даже. Тут одни торговцы плавают, и все. Я только сейчас бригантину французскую встретил, и все. Ну, а на города? На города я команду просрал из-за серебряного флота. Теперь я эти города не могу найти. Просто в открытом море плаваю. Подожди, ты что там, где твой... Подожди, где мы встретились? Около Каракаса, да? Там вот по побережью как минимум 4 города. А если ты еще к краю подплывешь, там будет Барбадос, Гваделупа, Невис. У тебя просто вправо от Каракаса плыть. Ну вправо от Каракаса ты вроде. Нет, я уже слева. А-а-а. Я как раз влево, это оттуда, откуда ты приплыл, я туда поплыл. Тут тоже дофига городов. Кюрасао, Риоча, Маракайбо. Так, вот галеон с сокровищами. Ну что, попробуем захватить галеон с сокровищами? Три золота на содержание юнита, 3... Процент, не, это не хочу, не хочу. Так. А, блин, я ж могу издалека стрелять. Отлично. И отплывем на всякий пожарный. Так, ну вот этот мне убьют корабль точно. Нет. Как странно испанцы сыграли. Еще корабль с сокровищами. Здорово.
Так, подойдем сюда отремонтироваться. Дальше. Так и так. Дальше. Передаем голландцам. Это прикольная способность, кстати, что ты, если не можешь захватить, например, корабль, можно передать своему союзнику, чем плохо. Я вот этот галеон буду передавать. Блин. Тогда вот этот. Можно пограбить будет. Ну и начать сокровища закапывать. Так. Как у нас тут дела? Ну что, пора караваны грабить. Вот еще галеон с сокровищами. Тут, блин, испанских галеонов с сокровищами. Завались. Плюс 10 боевой мощи против буконьеров и бесславных пиратов. Не хочу. Ну, тут весело. Такая заруба, замес, я бы даже сказал. Так, тут, наверное, еще должен, судя по картинке, где-то должен еще галеон с сокровищами плыть. Вот он. Блин, ну я могу прокачать свой корабль. Убьем, наверное, тогда. Или нет, давайте этих. Еще могу стрельнуть, да? Ну, вот так, всех вокруг обстреляем и апнем. А, и нету смысла тут грабить. Я лучше пойду команду брать и города захватывать. А, в Риочу, пожалуй. Боже, сколько тут... караванов. Это что-то нереальное. Вот тут, по-моему, карательная экспедиция к моему пирату приехала. Ай-яй-яй. Больно.
Ну чё, галеончик. А, два хода. Блин, я уже сюда не выйду. Ну, я хочу его захватить. Ну, или отдать этому голландцу. Не буду убивать. Так, ну по идее до этого не до... Ну я сейчас еще сюда прыгну, чтобы уже точно. А, восстанавливается. Блин, вот тут фигово, что это не показывается. Я не понимаю, сколько ходов мне еще оно должно восстанавливаться. Один ход. Один ход. Ладно, этого убью тогда. Поплыли дальше грабить города. Санта-Марта выглядит аппетитной. Поющие марсовые. Содержание каждого юнита стоит дешевле. Не, нафиг надо. Там у народа вообще такое ощущение, юнитов нет, они так медленно ходят. Представьте, сколько тут сокровищ взятых. Может, это кто-то зарыл? Просто другой. Плюс 3 к боевой мощи морских юнитов. Я бы лучше плюс 2 к перемещению оставил. Мне кажется, это крутая штука. Кстати, я могу даже вот отсюда, по-моему, стрелять. Ну, чтобы не атаковали мой флагман. Так, 38 ходов. 38 ходов. Ну, пока... Плаваем дальше тогда. Постою. Картахена. Я думаю, вполне захватываемо. Боже, сколько испанских караванов. Это трындец. Ну, давайте, давайте уже потихоньку сокровища закапывать, потому что уже денег просто немерено.
Так, теперь Картахена. Должны, по идее, собрать просто даже кораблем. Картахену захватить. Потом можно будет гавань разграбить и вылечить корабль как раз. Вот тут еще и улучшение. Как я граблю. Как я все тут граблю. Передали голландцам. Отремонтировали. Отремонтировали, закопали. Ой, вот это зря. Что, пойдите пирата завалим. Ну, где он? Тут, похоже. Блин, вот реально. Блин, мне кажется, что-то на этой карте поломано. Я столько вижу испанских караванов. Просто знаю. Тут вообще караванов очень много. Да. И карта такая-то пустая, по-моему. Ну, я. Знаешь, это разные места. Это где ты будешь плавать? У меня тут совсем не пусто. Где-то вот примерно по центру на юг. Че ты бежишь за мной? Нет, не убивай. Пожалуйста. Да, я тут по всему, конечно, лидирую сейчас. Так, что дальше нам тут собрать? Порт-Роял захватить? Номбре де Диос? Ну, давайте часть в Номбре де Диос поплывет. Часть к Порту-Роялю. Ну все, тут хана. Не хочу под Каракас становиться, пускай лучше меня брат-пират убьет.
Блин, выжил. Боже, сколько караванов. Можно было... Ну, не, вообще... Хотел сказать, можно было не высаживаться, но на самом деле это помогло мне. Высадка. Так, постою еще, но по идее вот сейчас точно, наверное, убьют. Блин, у меня 803 очка, в два раза больше просто. Награблено сокровищ, убито злодеев, должен убить. Нет, Паш уходит, класс. Еее, стоим, лечимся, значит. Так. Просто трындец с караванами. Это просто что-то нереальное. Езди, собирай все. Быстро мы город захватили. Ну, просто хочу всю карту открыть, пожалуй. Не знаю, по-моему, вот здесь, на этих Карибских островах, вот чисто по нижнему, внизу вот это. Он возвращается, ну давай. Тут, конечно, Клондайк, если кто-то приедет искать сокровища. Там у нас головорез. Ну что, пойти с головорезом побиться? Просто ради интереса. У меня очень хорошие карточки стоят. Посмотрим, нету ли у него тут еще кораблей на всякий случай. Он явно сейчас Пуэрто-Белло попробует захватить. Мне так кажется. Ну. Да не надо. Все, я так больше не буду, да я убежу. Ладно. Это моя территория. Территория капитана Черного Жевжика. Все, все, я признаю территорию за тобой. Только добить ее. Ну, давайте Санта-Каталину потрясем немного. Продол-
продолжаем закапывать. Вообще, я успею вообще все сокровища за... У меня столько денег. А деньги просто очки не дают. Они дают очки только если вы их закопаете. Поэтому и надо заниматься копанием. Может высадиться и здесь тоже. Отдам голландцам. Отдам голландцам. Это мне тоже все дает очки, когда я отдаю. Так, и здесь, наверное, могу отдать голландцам. Ага. Ну, у меня тут явно больше 1000 будет. Высаживать. А что, тут нету вообще никаких городов? Называется, не во всех городах золото есть. Так это я разграбил. Или ты про что? Ну тут вот город наверху, это Насау называется. Я его разграбил, и мне написано, эх, тут нет золота. Mm-hmm. То есть я его зарабил, оказывается. А не знаю. Что такое время приходит? Подожди, Кюрасау? Насау. А, Насау. Я уже испугался. Давайте тут пополним. Интересно, за атаку с флангов есть бонус? Есть, ты смотри. Ты же обещал. Да я просто стрельнул, мимо проплыла. Ну, опасно все-таки тут стоять. Тут же полечиться нельзя. Да, эти плавают всякие пираты. Хм, что-то как-то больно. Давайте мы еще высадим. С Санта-Каталиной не помогать. По идее, одного выстрела должно хватить. О, 630. У меня уже начали догонять. На кого-то там нарвался. А? И убил его. Настоящий пират.
там денег зато должны были дать немерено. Ну, видимо, не дали, у него посуд золото. А ты уверен, что ты убил прям этот серебряный флот? А ему карточку дали. Ну, прощайте. В смысле? Я осаждаю город, и тут же из него спаунится серебряный флот и полностью его окружает. Мою бригантину. Это такое везение должно быть? Пакеда. Ну, я еще не корабль, есть, я его засейвлю. А ты высади команду на берег. Ну, и так высажены. Буду убегать. Блин, мне надо где-то поремонтироваться. Ремонтироваться можно только вот в этих, ну, светлых точках. Блин, я уже не могу, я уже столько золота закопал. У меня просто уже места нету, куда копать. Ты каждую клетку копаешь. Ну так и делаю. А лучше закапывай и ставь метку, что все видели. Нет, умно, это... Умно. Такой будешь благородный пират. Давай, где? Куда плыть? Это вот перешег, это Центральная Америка, соответственно. О, я далеко оттуда. Ну, я попробую, конечно. Мне что-то сомневаюсь, что за 8 ходов туда приплыву. Я на юго-западе. Да, ну давай, давай. А, все, у меня деньги закончились. Стоп, у меня сейчас... Блин, у меня минус по деньгам. Я что-то слишком стал все закапывать. Мне надо какой-нибудь город грабануть. Очевидно. Блин, вот этот надо было разграбить. Блин, я этих пиратов за один ход, считайте, валю. Я выживу при встрече с Серебряным флотом. Это невозможно. Как видишь, возможно. Ты два галеона просто за четыре хода уничтожил. Я тут реально вообще никаких городов нету. Они поняли, что с тобой лучше не связываться. А можно их как-то расформировать? Нет? Блин, мне уже эти ребята не нужны тут. Пойдем порта... Что сейчас будет при отсутствии денег?
Мятеж неизбежен через два хода. Круто. А кто меня убил? Димон. Убили Димон. Твой фрегат? Ну, нет. Не основной караван, слава богу. Нет, давайте караван разграблю. Чтобы деньги появились. Пулемет на корабль у тебя? По три раза стреляешь? Четыре. Пулемет на корабль поставил. Так. Пулемет на корабль. Звучит по-пиратски. Не, не, это не хочу. Я бы поплыл с ним, подрался, но мне тут внезапно стали деньги очень нужны. Поэтому пока... Пока нет. Да, мне кажется, на содержание этих тоже тратится, поэтому... Пойду Пуэрто-Белло. Позахватываю. Ну тут вот на этой карте у меня такое ощущение, что вся основная движ вот тут происходит, внизу. Я пока кто... Нет, я плыву скорее выше. Этой метки. Так, надо это собрать, наверное, флот. Минус 70 вход. Имеет ли мне смысл плыть драться или все-таки где-то еще деньги поискать? Ладно. Поплывем. Да, тратится на содержание этих... Было минус 70, сейчас минус 65 убился, так что нормально. Сейчас мы этих потеряем немного. Минус 60, отлично. Ну, я не думаю, что меня может по очкам как-то догнать. Да, вот до этой метки 1-2 хода, наверное. Наверное, Пуэрто-Белло не получится взять, хотя... Посмотрим. Больше, наверное, не буду закапывать. Сокровище. Блин. А, можно подойти, отлично. Не, наверное, не хватит. Этого убьют, а этому силы не хватит захватить. Жаль. А, блин, невозможно проапгрейдить, потому что уже максимальный уровень. Ну что-то я приплыл к этой метке и не вижу тебя.
Еще плывет к ней сам. Ну, сказал, что ждет меня там. Оказалось, нифига он меня там не ждет. Коварно обманул. А нет, вот что-то приплыло, да. Да, один хитпоинт остался. Да, не захватываю Портабелло. Тем не менее, рип. А что, у тебя один корабль был? Один корабль был? Димон, а в чем прикол? Было когда-то два. А в чем прикол был драться одним кораблем? Я думал, у тебя тоже один. Нет, конечно. Или хотя бы два, но не пять. Четыре. Бросил вызов, имея один корабль. Вы еще будете играть во что-то? Может быть. Нет. Я уже вряд ли. Так. А нет, все равно захватил походу. Ладно, давайте начнем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. На встречу. Спокойной ночи. Что-то вспомнился, крестный отец. Ты бросил вызов, но сделал это без уважения. Без уважения, да. Ты бросил вызов, но всего лишь с одним кораблем. Да. Да, что-то аж под 1500 тут набил в итоге. Летел. Так, что тут еще сделать можно? Даже практически всю карту открыл. Ну, мне эта что-то карта не понравилась. Как когда рандомом создается как-то прикольнее имхо. Прошлые были получше. Да. Согласен. Она пустая очень. Угу. Да, тут прям очень много воды. Прям слишком много. Там хоть суши чуть-чуть была. Посмотрим, что там графики показывали. Да, у меня тут золото немерено было. Количество сражений. Так, если Испанию этих поубирать, тоже у меня дофига. Там в основном очки у тебя от боев шли? Нет. Скорее от золота больше. То есть я очень много городов ограбил. И просто я даже думал, что я не успею все золото закопать. Но в итоге оказалось один момент даже, что у меня в минус пошло. Было написано, через два хода у вас команда взбунтуется. А кстати, если взбунтуется, это... Корабль? Без понятия, что будет, честно говоря. Я решил не проверять. Да, проверю. Лучше это не проверяю. Ну, спасибо за игру.
И вам спасибо. Всем спокойной ночи. Спасибо, пока. Что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!